Мы закончили наше сахалинское приключение, и впереди нас ждет новая история. Мы отправляемся на один из островов Курильской гряды, остров Итуруп. Снова аэропорт Южно-Сахалинска. Вновь проходим все до боли знакомые аэропортовские процедуры регистрации, досмотра, сдачи багажа и, как в песне Барыкина, «Стою у трапа самолета». И вновь наш миниатюрный друг Володя всех повеселил своим богатырским телосложением. Че, самолет поломался, зачем его на себя одел? Заводим моторы, разбег, взлет. Рассматриваем Сахалин с высоты и направляемся на юго-восток. И пока мы летим, давайте разберемся, где находится остров и каковы его географические особенности. Итуруп – остров южной группы Большой Гряды Курильских островов. Самый крупный остров – архипелага. В целом, Курилы – это цепь вулканических островов между Камчаткой и островом Хоккайдо. Протяженность – около 1200 километров. Общая площадь – 10,5 тысяч квадратных километров. К югу от них проходит государственная граница России с Японией. Острова образуют две параллельные гряды – Большую и Малую Курильскую. Включает 56 крупных островов. Но когда Русское географическое общество провело подсчет мелких островов, насчитали более 3000. Название Итуруп происходит от таинского «этороп». В самом распространенном переводе означает «медуза». Он вытянут с северо-востока на юго-запад на 200 километров. Ширина составляет от 7 до 27 километров. Площадь 3174 квадратных километра. Сообщение с Итурупом только по воздуху из Южно-Сахалинска и морем. Тем временем мы совершили посадку. Володь, ну как самолет? Ничего не жмет. Не жмет, не дает. Из самолета мы вышли и просто пошли к зданию аэровокзала. Такой я уже видел неоднократно во время своих дайверских экспедиций. Аэропорт Ясный, построенный в 2014 году, получил свое название благодаря расположению в непосредственной близости от вулкана Богдан-Хмельницкий, где влияние природных катаклизмов минимально. Погода здесь совершенно другая. Во-первых, здесь солнечно, а во-вторых, температура составляет всего лишь плюс 12 градусов. Поэтому мы немного приоделись, и мы сразу видим, что здесь совершенно другая природа и совершенно другие автомобили, что как бы немного намекает то, что дороги здесь не совсем такие автобанистые. Поэтому будем передвигаться на транспорте повышенной проходимости. С багажом тоже все просто. Сам заходишь и берешь понравившийся. А вот и наш лимузин на ближайшие 4 дня. Вахтовка на базе Урала. Грузим багаж и себя в этот мощный внедорожник и отправляемся в город Курильск, где находится наша гостиница. А пока мы едем, я продолжу рассказ об острове. Курильские острова сложены преимущественно вулканическими горными породами, туфами, андезитовыми и базальтовыми лавами, вулканическим песком и пеплом. На острове насчитывается 20 вулканов, и из них 9 действующие. На Итурупе множество водопадов, в том числе один из самых высоких в России – водопад Илья Муровец, высота которого 141 метр, который находится на полуострове Медвежий. В частности, на Итурупе присутствуют вулканы периода Голоцен, начавшегося порядка 11 тысяч лет назад и продолжающегося до сих пор. Это и обусловило наличие высокой сейсмической активности. Забегая вперед, я вам скажу, что в одну из ночей нас потрясло. Свет, трясет, слышишь? Вступай, блин, землетрясение такое. Это
Одевайся, документы, пошли вниз, бегом. Населенный пункт, в котором мы будем базироваться, называется Курильск. Это единственное поселение, имеющее статус города. Сельские населенные пункты также имеются на острове. Рейдово, Китовое, Горячие Ключи, Буревестник, Горное и другие. Население острова составляет немногим более 6 тысяч человек. Коренные жители Айны в настоящее время полностью отсутствуют. Этнический состав населения ничем не отличается от Сахалина. В сезон лососевой путины на остров приезжает много сезонных рабочих, в основном выходцы из бывших стран СССР. Экономика острова в основном базируется на рыбодобыче и рыбопереработке. В последнее время стал популярен внутренний туризм. И как новоиспеченные туристы, мы получили первый инструктаж по приезду в гостиницу. Мы поодиночке и по ночам не гуляем. У нас здесь очень много медведей, их отстреливают приблизительно через день. Первое, о чем нас предупредили, вечером одним не гулять, утром не бегать. Потому что медведосы ждут рыбу, а рыба пока не пришла. Поэтому пользуют все, что ходит, бегает, прыгает и само к ним приходит. И это не пустые угрозы. Вот вам доказательства. Мы разместились в гостинице «Итуруп». Да, это, конечно, не сахалинская четверка, но, тем не менее, все, что нам было нужно, там все было. Вот так выглядит наш итурупский Four Seasons. В принципе, все есть. Душ, кровать, телевизор. Хотя, нужен ли он или нет, поскольку я думаю, что мы будем впечатлены природой этого прекрасного острова. Да, и столовая там тоже была зачетная. Каждое утро нас встречал вот такой вот завтрак. Прямо с утра мы отправлялись по маршруту. Сегодня нам предстоит посетить несколько топовых локаций. А пока мы едем, я вам продолжу рассказывать про остров. Остров преимущественно покрыт смешанными лесами. В основном это береза, пихта, немного ели аянской и лиственницы каяндера. Бесчисленное количество зарослей курильского бамбука и кедрового стланника, которые значительно осложняют путь любителям походного туризма. Вот эти кривые деревья без макушек и есть лиственницы. Как вы думаете, почему они не имеют макушек? Напишите мне ваши гипотезы в комментариях. Особенностью фауны Итурупа является ярко выраженное преобладание хищных млекопитающих. Соотношение хищников – лисица, норка, соболь, медведь – к потенциальным сухопутным жертвам – крыса, красносерая полевка, домовая мышь, заяц-беляк – достигает здесь 1:1. В результате хищники вынуждены разнообразить свой рацион морепродуктами и морскими птицами, растительной пищей, что является одной из особенностей их питания на Курилах вообще. Первая остановка – поселок Рейдово. Такое название он получил ввиду того, что корабли часто встают на рейд близ этого поселка. Вообще, до 1945 года при японском подданстве это поселение называлось Битобу. Мы прогуливаемся по бухте Воля, изучая красоты Охотского моря и делаем многочисленные фотографии. Название бухты никак не связано с женским именем. По самым распространенным гипотезам, слово созвучно с саньским словом «подкова». Да и сама форма этой бухты подтверждает эту версию. Лично для нас, людей, занимающихся рыбой, слово «Рейдово» означает один из лучших заводов по производству лосося, лососевой икры, гидрострой «Рейдово». И прямо за мной находится рыборазводный завод. Компания «Гидрострой» формально, да и, пожалуй, фактически, монополизировала всю коммерческую деятельность на острове, в особенности все, что связано с рыбой, за что имеет негативное к себе отношение у местного населения. Отправляемся дальше. Испытание для сидящих впереди пассажиров – это наблюдать, как мы едем по этому мостику. Тут я позавидовал друзьям, которые ехали в будке. Вот на этом участке берега Охотского моря «Белые пески» уже не первый год проводится фестиваль «День палтуса, вкус и турупа», который является, пожалуй, единственным масштабным событием, привлекающим к себе внимание местных и немногочисленных туристов.
Сам по себе палтус является символом Итурупа. В рамках фестиваля проводится соревнование на поимку самого большого экземпляра. Далее награждение победителей и массовые гуляния. Из палтуса варят уху, жарят, парят и делают прекрасный балык, ну и другие вкусности. Думаю, что попасть на такой фест было бы интересно. Следующая остановка – черные скалы, которые представляют собой базальтовые столбы застывшей лавы, которые еще называют столбчатая отдельность. Происходило извержение вулкана без выхода на поверхность. Лава горячая. У нее холодное поле снизу, холодное поле сверху. Внутри оставалось тепло. Оно, как тепло, как правило, то поднимается вверх. По этим направлениям происходили растрескивания. Вот он, берег Охотского моря. И это место очень известно среди туристов тем, что здесь знаменитый магнитный песок. Вы сейчас видели, как мы брали магнит, и песчинки располагались в форме правильного магнитного рисунка, в общем. Этот титано-магнетитовый песок также продукт вулканической деятельности, поэтому он и притягивается к магниту. А это не что иное, как пемза. Помните такие камушки, которым трут пяточки, чтобы они стали чистенькие, беленькие, как у младенца? А как она образовалась? Дело в том, что когда происходило извержение вулкана, холодная вода спенивалась с туфом, и получалось вот такое образование. И здесь оно просто валяется на песке. Ну а мы продолжаем движение, пожалуй, к самой узнаваемой локации Итурупа – Белым скалам. Надеюсь, вы теперь поняли, чем обоснован выбор нашего транспортного средства, ибо дороги тут точно нет, есть только направление. Местами моя пятая точка сжималась так, что слышен был хруст сиденья. Ух, очко жим-жим. Но наш водитель Евгений – красавчик и настоящий профи. Он нам рассказал, что тут частенько переворачивается. Но мы не переживали, ибо организация туров от Омега Плюс – это всегда на 100% безопасно. И вот они – белые скалы. Насладитесь этим видом и оцените природную красоту Большого каньона. Как появилась эта красота? Более 10 тысяч лет назад подводные вулканы извергались, и вот эта туфовая лава спенивалась с водой, застывала, и по сути это дело куски огромной пензы, а сейчас происходит выветривание и обнажение этих песчаных пород. Пока мы гуляли, заботливые организаторы нам накрыли потрясающий стол с курильскими деликатесами и невероятным видом на Белые скалы и Охотское море. Казалось бы, абсолютно привычная картина – море, солнце, парни в плавках. Все так, но только температура воды не превышает 10 градусов. Мир без границ! Эй! Возвращаясь назад, мы остановились, чтобы сфотаться в зарослях диких цветущих лилий. Но кто-то завалился в траву, и все, последовав его примеру, уже не смогли встать с этой травяной перины. Это было наслаждение. Полное погружение в природу Итурупа. Мы приехали на источник горячей воды, и сейчас будем купаться, как мне кажется, в горячих водах. Комплекс «Жаркие воды» состоит из закрытой части и открытой. Главное и единственное здание – это павильон, в котором находятся раздевалки и сами ванны с термальной водой. На открытой территории есть также открытые ванны и благоустроенные купальни в холодной речке, протекающие вдоль всего комплекса.
Данная волшебная водичка имеет показания к применению для тех, у кого больные кости, суставы и кожные заболевания. Но, как говорится, всего в меру. В этой воде можно просидеть не более 15 минут. Раньше, когда здесь был профилакторий, люди начинали с 7 минут днем и 7 минут вечером. Потом постепенно добавляли время проведения в этих ваннах. Порядок оздоровления такой. Сначала принимаешь горячие ванны, и сразу скажу, что вода сначала кажется ну прям очень горячей, и приходится залазить в нее очень постепенно. Сидишь минут 15, распариваешься, а потом всем любителям контрастных душей рекомендуется окунуться в холодную речку. О-о-о, это реально холодная вода. Осматривая территорию, я нашел мостки, ведущие меня куда-то, и я по ним пошел. Какой сказочный лес был вокруг. Помните, как в сказке «Морозко» деревья хотели Иванушку замочить? Так вот, очень похожая картина. Оказалось, что дорожка привела меня в бассейн с грязями и, кстати, тоже полезными. Ровно посидеть здесь 15 минут, и ваши суставы прогреются, очистятся и наберутся природных сил. Оздоровившись, мы вновь отправляемся созерцать. На сей раз объектом нашего внимания будет плато Янкито, вулкан Богдан-Хмельницкого и побережье Охотского моря с невероятно красивой береговой линией. Плато Янкито составляет себя продукт жизнедеятельности вулкана Богдана-Хмельницкого. Именно он, когда извергался, насыпал вот эту вот всю красоту. И чтобы не перегружать вас лишней информацией, запускаем дрон и наслаждаемся видами. Посидеть на сочной травке, созерцая красоту Курил – это отдельное удовольствие. И тут важно никуда не бежать. И как говорил Гай Юлий Цезарь – «Карпе дием» – насладись моментом. Так мы и сделали. Разбрелись по красивым смотровым площадкам, вдоволь нафотографировались, налюбовались и, по сути, зафиналили этим наш первый день на острове. Итуруп – такое место, которое притягивает таки к тебя к земле, потому что он покрыт различными мягкими и ароматными травами. И просто хочется взять вот так вот и прилечь. Светит солнышко, ветер не очень сильный, ничто не предвещает дождя. И сегодня мы отправляемся на океанскую часть острова Итуруп. Путь наш, как обычно, проходит по крайне живописным ландшафтам Итурупа. И под его наркотическим воздействием не замечаешь отсутствия асфальтового покрытия. Очень часто и здесь, и на Сахалине у меня возникал вопрос. А вот интересно, если бы остров был японским, был бы у них асфальт или нет? Напишите мне ваши мысли в комментариях. Первая остановка – смотровая площадка, откуда открывается шикарный вид на Куйбышевский залив Охотского моря. И открывается отличная панорама на местность, где во времена японского правления располагался поселок Рубецу, названный так в честь одноименного залива. Но во времена советского периода данный поселок Рубеца был переименован в поселок Куйбышево, и реку также переименовали в реку Куйбышевка. Нам, как жителям Самарской области, максимально приятно стоять около нашего, так сказать, родового курильского места. А река Куйбышевка на самом деле это самая длинная река на острове Итуруп. И ее длина составляет всего лишь 28 километров. Представляете, 28 километров – самая длинная река. В 1973 году по указу советской власти поселок Куйбышево упраздняют. И, как вы видите, сейчас практически ничто не напоминает о его существовании. Спустившись с горы и переехав мост через Куйбышевку, мы сделали короткую остановку у камня с иероглифами у японского захоронения. И, по сути, это все, что осталось после некогда развитого поселка.
Двигаемся дальше к побережью Тихого океана. Дорога все так же витиевата и живописна. Проезжаем красивое озеро по все тем же дорогам, на которых ездить только на танках. И каково же было наше удивление, когда мы увидели вот это. Эти танки здесь находятся не просто так. Это монумент в честь того, что здесь находится военный городок, пулеметно-артиллерийская дивизия. И, кстати, эта дивизия единственная, которая не была расформирована при реформе 2008 года. В большинстве из нас закипело недоигранное в танчике детство, и удерживать стремление залезть в танк было бессмысленно. Один Володя почему-то не полез. В этом танке есть такая опция. Здесь не зафиксировано, не заварено дуло, поэтому можно поиграться и, как говорится, вспомнить детство, поиграть в танчики. Огонь! Продолжаем военную тематику уже со следующей важной локации. Бухта-касатка Тихий океан. Это место еще известно тем, что в 1941 году именно отсюда японская эскадрилья, состоящая из 6 авианосцев и другого флота, пошли громить столь печально известный всем Пёрл-Харбор. И, кстати, их сопровождало еще 6 подводных лодок. После нескольких месяцев специальных учений 22 ноября все корабли оперативного соединения поодиночке собрались в заливе Касатка. Утром 26 ноября оперативное соединение «Кида-Бугай», ударный отряд, покинуло залив и легло на курс. Ударное соединение состояло из 31 корабля, а именно 6 тяжелых авианосцев императорского флота «Агаки», «Кага», «Сорю», «Хирю», «Сюкаку», «Дзюкаку». Флагманом был выбран «Агаки», способный поднять в воздух 63 самолета. Всего на кораблях находилось порядка 400 самолетов. Для заправки авианосцев и эсминцев флот сопровождали 8 танкеров по 10 тысяч тонн каждый. 7 декабря 1941 года японские военные самолеты, взлетев с этих самых авианосцев, совершили внезапную атаку на военно-морскую базу США в Пёрл-Харборе на острове Оаху, Гавайские острова. В этот день было поражено 8 боевых кораблей, 3 эсминца и 4 подводные лодки, а также были нанесены ущербы более чем 300 самолетам и населенным пунктам на острове. В результате атаки погибли 2403 американских солдата и моряка, а еще более 1200 получили ранения. Эта атака стала причиной вступления США во Вторую мировую войну. Сама бухта-касатка находится посередине острова, немного вдаваясь в материк. Известна она не только японской авианосной группой, но и другим корабликам. Перед нами стоит корабль «Корунд», который в 2015 году сел на мель. Вместе с ним еще была самоходная баржа, но ее удалось спасти. А этот корабль, как ни пытались вытащить, ничего не получилось. И именно здесь он стоит все эти годы и является таким монументом для столь многочисленных туристов, приезжающих на Курильские острова. Более 4 лет судно охранял сторож Сергей из Владивостока. Многие его прозвали Робинзоном. Неподалеку был вагончик, которым он и жил. Здесь до сих пор имеются предметы его быта, и создается такое ощущение, что как будто он вышел куда-то ненадолго и скоро вернется. Туристы и островитяне привозили ему провизию и какие-то вещи. Напишите мне в комментариях, а вы бы смогли так прожить хотя бы один год? Пару лет назад он уехал оттуда, и «Корунд» больше никто не охранял. Но и разграбление судна не наблюдается. Хотя что там грабить, кроме черного металла? Ведь все ценные приборы уже давно пришли в негодность. За эти годы «Корунд» стал настоящим туробъектом, который посещают все мимо проезжающие туристы. Вот и мои друзья-товарищи непременно залезли на самый верх судна.
Очень интересным объектом в южной части залива Касатка являются рукотворные пещеры и проходы в скале, именуемой Чертовка. Все эти ходы и туннели были прорыты японскими военными с целью возведения огневых точек и опорных пунктов для защиты острова. Гора Чертовка. Вот здесь, в этом прорубленном, так сказать, окне, находился японский пулеметный расчет, который перекрывал вот этот вот Тихоокеанский сектор и, так сказать, расстреливал все то, что проплывало мимо. Действительно, спустившись на место установки пулемета, был понятен сектор обстрела, и, судя по всему, стрельба велась интенсивно, так как на полу лежит куча стреляных гильз. Проходя дальше по солдатским тропкам, мы попадаем в рукотворную пещеру. Местные говорят, что по легендам, по слухам, донесшихся до сегодняшних дней, здесь был такой секретный японский госпиталь, но нам остается лишь в это верить. Прогулка по этой пещере была очень таинственной, и мы, периодически спотыкаясь о камни, прочувствовали атмосферу той эпохи и военных действий. Поднявшись на вершину Чертовки, пора уже отвлечься от военной тематики и перейти к созерцанию. Ведь не каждый день ты увидишь всю мощь и красоту Тихого океана. Мы забрались на верхотуру этой горы, и отсюда виден Тихий океан во всех своих прекрасах. Так вот, хочу сказать, вся близлежащая территория принадлежит нашим военным, Министерству обороны. И это стало причиной невозможности запуска дронов, но не суть. Факт в том, что мы здесь не видим ни одной рыболовецкой снасти, ни одной сетки, и поэтому только здесь можно половить горбушу, и в принципе она здесь есть. Да, Тихий океан здесь не такой теплый, каким я его знаю из своего мексиканского путешествия, в котором мы ныряли с китами, марлинами. Кстати, если вы еще не видели этот фильм, то вот вам ссылка. Здесь он суровый, холодный, шумный. И именно здесь, пока мы наслаждаемся видами, наши организаторы нам снова накрыли поляну. И снова обед на природе. Но я думаю, что все догадались, что в этом котелке находится уха. Свежая тихоокеанская уха. Как вы думаете, из кого? Конечно же, из местных обитателей. На этот раз это горбуша и палтус. Не так давно гостями ребят был известный телеведущий программы «Поедем, поедим». И они готовили палтуса, запеченного в листья лопуха и приготовленного на костре. Сегодня мы повторим эту историю. У нас есть голова палтуса, правда, он небольшой. У нас для этого есть листья лопуха. Вот они, смотрите. И сейчас наши друзья Евгений и Татьяна покажут нам, как это делается. Лопух используется для того, чтобы он дает сок. При горении он дает сок, то есть можно не использовать соль, перец, это все отодвигается на второй план. Мы возьмем корейскую приправу, называется бульгоги, она есть и для свинины маринада, и для говядины, и для курицы мы берем вот стандартную свинину, она подходит и для рыбы очень хорошо. Сергей, подавайте голову и не жалея просто этой приправы. Щедро. Сначала давайте положим голову и будем его постепенно укутывать. Давайте. В принципе, двух хватит. И фольгу. Получился такой пирожок, который мы потом отправляем прямо в костер, да? Именно так. В угли. Да. Запекаем в угля. Запекаем, да, 20 минут более чем достаточно. 20 минут, и голова палтуса будет готова. Ну а сейчас столы накрыты, явства ждут. Уха без 5 минут как готова, голова палтуса маринуется. Самое время пойти и немножко выпить красненького винца, либо височки за Тихий океан. Пойдемте, тем более все уже ждут. Пора несколько слов сказать об ухе. Уха прекрасная, сделанная по всем традициям, с костерком, с водочкой. Очень насыщенный бульон, и он отличается от нашей волжской ухи. Но уха, она всегда к месту, она всегда вкусная, она всегда теплая.
Она всегда самая желанная. Еще один деликатес Тихого океана – так называемый морской виноград. Это водоросль, которая здесь произрастает. Она, конечно же, маринована в специальном соусе с добавлением корейской морковки. На вид это действительно маленькие грозди, ну, напоминающие нам виноград. А каков же он на вкус? А на вкус он такой, как все водоросли. Вот она, голова палтуса. Ну, теперь пора попробовать. А, горячий! Ребят, запах лопуха, вкус некой легкой горечи, горелости и очень нежное мясо. Теперь всем пробовать. Очень вкусно. А еще в нашей веселой компании всегда царил спортивный и соревновательный дух. И по инициативе моего друга Бориса парни устроили тихоокеанский забег. Лично я из-за травмы ноги бежать не смог, но взял на себя роль оператора. И так увлекся съемкой, что засадил свой дрон прямо в скалу. Ну и уже по традиции, каждый день пребывания на Этрупе заканчивается горячими минеральными ваннами. И сегодняшний день тому не исключение. Мы приехали на очередной термальный источник. И после пыльных дорог нас ждет омовение в теплых водах Курильских островов. Бальнеологический комплекс «Ванночки» расположился на побережье Курильского залива Охотского моря, всего в 2 километрах от города Курильска. Температура воды около 46 градусов. Вода минеральная, обладает широким спектром для лечения многих заболеваний. Здесь закрытый купол на 6 ванночек и открытые горячие ванны на улице. Процедура номер 1. Погружаем свою туловку в ванну с горячей водой. Ждем 10 минут и идем купаться в холодную воду. После того, как ты нагрелся, есть возможность охладиться в холодной проточной водичке. А самые крепкие ребята из нашей компании отказываются сидеть в горячей воде, идут сразу в холодную. Как обычно, пошла тема на слабо, и мне пришлось тоже залезть. Вот это бодрячок! Хороша водица! Мы разделились на мужской коллектив и женский. Беседы и купались мы провели в термах около часа. Время пролетело незаметно. Конечно, сервису еще нужно развиваться, ибо в мелочах он хромает. Нет гостевых тапочек. Можно было бы подать травяной чай или холодное пиво с балычком из палтуса или киты. Ну и персонал мог бы быть немного повнимательнее и поприветливее. Но, думаю, время все поправит. Спокойствие и безмятежность лишь излучал местный котейка по кличке Кеша. Великолепное место, мы все кайфанули, насладились термальной водичкой и, как мне кажется, помолодели, оздоровились и стали чуточку счастливее. День закончился, как обычно, коллективным ужином и после должен был завершиться крепким богатырским сном, но этого не случилось. Свет, трясет, слышишь? Вставай, блин, землетрясение проходит. Одевайся, документы, пошли вниз, бегом. Смотри, ты что копаешься? Быстрее документы взяла и бегом вниз. Сегодня, кстати, выдалась очень интересная ночка. В 00 часов 40 минут, когда все спали, мы почувствовали, что затряслись двери, посуда, шкафы. В общем, сегодня было землетрясение, и как утром удалось выяснить, землетрясение было на острове Шикотан магнитудой 5 баллов. Такое совершенно незнакомое прикольное чувство, как будто бы ты попадаешь в воздушную яму на самолете. И снова в путь, и этот день обещает быть тоже насыщенным и интересным. Одна из смотровых площадок острова Этруп, откуда открывается потрясный вид на, так сказать, этрупские джунгли и мертвое озеро. С этой площадки мы можем видеть уже знакомые для нас места. Это вулкан Богдан Хмельницкий, это город Курильск, город Рейдово,
И туда же мы ездили, на Белые скалы. Наш путь сегодня лежит к вулкану Баранского. Немного информации о нем. Высота вулкана 1125 метров. Последнее извержение 1951 год. В настоящее время фиксируется сильная фумарольная и термальная активность. Знакомство с вулканом начинается с экскурсии по самой крутой заброшке. Знакомьтесь, это заброшенная геотермальная станция. Океанская ГеоТЭС, выведенная из эксплуатации, имела электрическую мощность 2,5 мегаватта. Была введена в эксплуатацию в 2007 году. 27 февраля 2013 года на ГеоТЭС «Океанская» произошла авария. Из-за короткого замыкания и скачка напряжения отключилась подстанция. Нагрузка упала, и турбогенераторы разогнались до оборотов, не предусмотренных параметрами этих агрегатов. В результате из строя вышел один энергомодуль. Второй был запущен 4 марта на неполную мощность, но качественно отремонтировать станцию не удалось. Питание Курильска, Рейдова и Китовой переключили снова на дизельные электростанции. Прогуливаясь по этой территории, я словно играл в компьютерную игру «Сталкер». Очень крутые декорации для фильма ужасов. Жаль, не было времени снять что-то постановочное, и приходилось выхватывать вкусные кадры на ходу. В месте расположения одного из энергоблоков станции вытекает кипящая река. По ней-то нам и организовали экскурсию, в которой местный гид рассказывал о характере гейзеров, грязевых котлов, имеющихся редких водорослей и много другой полезной информации. Вот эта грязь закипает при температуре 180 градусов, поэтому пальцы и любые другие конечности туда совать не стоит. Грязи вроде как имеют лечебные свойства, но эта тема не изучена, хотя многие используют на свой страх и риск. На этой территории произрастают некоторые редкие растения. Об этом нам также поведал местный гид Сергей. Местная ягодка шикша. Горько, кисло-сладко. Сергей, спасибо большое за интересную экскурсию. У вас очень крутое место. Развитие вам, богатых, хороших, многочисленных туристов. И, как говорится, но посарат. Хорошее пожелание. Да, спасибо. Всего хорошего. Кстати, мы вам сегодня показывали много краснокнижных растений. Еще будем их показывать в рамках нашего путешествия по Сахалину. Но, кстати, Сергей, наш местный гид, это еще один краснокнижный экземпляр, поскольку он является потомком малочисленных народов нивхов. И это, ребята, очень круто. Дальше мы отправились к подножию вулкана, на дно очень красивое местечко под названием Голубые Глазки. Путь шел по мокрой высокой траве, которая была схожа с медвежьей тропой. И именно поэтому все шли с голосом и шумовыми горнами отпугивали медведосов. Слышите, все орут: «Мишка, мы идем, уходи!» На самом деле здесь очень много медведей, и поэтому мы идем с голосом для того, чтобы предупредить Михаила Потапыча о том, что мы приближаемся, и попросить его освободить эти интересные места для того, чтобы мы их пообозревали. Спустя некоторое время мы были у цели. Мы вышли к реке Кипящей, и именно Голубыми Глазками называют эти озера, которые создает эта бурлящая, кипящая, теплая вода. Действительно, данная природная локация богата своими невероятными пейзажами. Все кипит, шкварчит, бурлит и вызывает просто оргазм у глаз. Оргазм у глаз. Спускаемся к самим глазкам, где нас ожидает еще один аттракцион. Так, и сейчас нас ждет одно очень интересное действие. Мы берем куриные яйца и их отправляем вот в ту воду. Вода кипящая, горячая, и будем варить эти, так сказать, куриные яички, а потом их употреблять с красной икоркой.
Мы погрузили куриные яйца в кипящую воду, и пока они варились, мы фотографировались. Конечно, донести до зрителя эту красоту из-за пары осадков на 100% не получилось. Условия крайне тяжелые для съемок. И забегая вперед, я вам скажу, что вареные в термальной воде яйца нам были нужны для совершения важного гастрономического ритуала – поедания главного итурупского специалитета. Вот то самое яйцо, которое мы варили в этом термальном источнике. У него положили свежую игру горбуши, и это настоящий курильский деликатес. Да, такого вы вряд ли попробуйте, потому что у яйца есть свой аромат, запах и вкус, и икра наисвежайшая. На самом деле это не единственный деликатес. Мы имеем здесь еще несколько деликатесов. Это знаменитый курильский гребешок, который замаринован в горчичном майонезном соусе с добавлением красного лука. Гребешок абсолютно сырой. Но это очень вкусно. Откушивали мы в самом красивом термальном комплексе острова. Завершающее мероприятие на острове Итуруп выглядит именно так. Мы приехали еще на одни горячие источники, и поверьте, они самые живописные. Действительно, комплекс был очень грамотно вписан в природный ландшафт. Имеются ванны с термальной водой, построенные руками человека, кстати, все тем же гидростроем, в которых мы полежали в первую очередь. Ну, полежали — это мягко сказано, конечно. Но самая аутентичность и красота – это ванны природные, созданные самой водой. Спускаемся вниз и рассаживаемся. Природная ванна очень фактурная, очень красивая. Одно удовольствие. Начинаешь понимать японцев, почему у них так распространены такие вот заведения. Привет, Итуруп! По сути, это та же самая вода, которая спускается вниз от голубых глазок. Если там она имеет температуру 100 градусов, то спускаясь и смешиваясь с холодной водой, она остывает до температуры в 40 градусов, комфортной для купания. Мы переходили от одной ванны к другой, пытаясь запечатлеть себя и окружающую нас красоту. Вот такими получаются кадры, находясь в этом бассейне. Испарение, да еще и серы. В общем, вот так вот. Через какое-то время я почувствовал, что моя кожа очень сильно стала чесаться. Причиной тому вода, которая имеет кислотный характер, который как раз и лечит все кожные заболевания. Я пулей выскочил к душу с холодной водой. Я понял секрет этой воды. Она хоть очень полезная, но кожа щипит после нее, поэтому надо в пресный душ. А пресный душ очень холодный. Этим действом, по сути, мы закончили наше пребывание на Итурупе, и впереди нам предстояло лишь заскочить в гостишку, чтобы забрать вещи, и улететь обратно на Сахалин. Итуруп произвел на нас очень сильное впечатление, и по традиции она тоже двояка. С одной стороны, безумно красивая природа с ее буйной растительностью, невероятными космическими ландшафтами и унылая урбанизация, созданная руками людей, наших людей. Понятно одно – ценность Итурупа и Курил в целом, и почему японцы так настаивают на возврате Курильских островов. Путешествие, так же как и Сахалинское, было организовано компанией Омега Плюс, и оно было очень душевным, насыщенным, интересным, а главное — безопасным. Наш итурупский вояж закончился, и мы благополучно добрались домой. Еще раз хочу сказать, что наша страна очень красива и многолика. И Камчатка, и Сахалин, и Курилы – это обязательные места для посещения. И не побывав здесь, вы никогда не поймете их ценность. Посетив порядка 50 стран, могу уверенно сказать, что наш Дальний Восток занимает уверенное место в топ-10 моего туристического пьедестала. В своих комментариях вы спрашиваете меня, сколько это стоит, но на этот вопрос вам лучше ответит наш организатор, компания Омега
Plus. Ссылку на них я оставлю в комментариях под видео. Все туры готовятся сугубо индивидуально, исходя из ваших потребностей, из ваших возможностей и длительности вашего путешествия. Могу лишь сказать так, что 12-дневное путешествие на Сахалин и Курилы в том виде, в котором вы его видели в этих двух сериях, обошлось нам вместе с внутренними перелетами порядка 350 тысяч на человека. Билеты в обе стороны из Москвы вышли порядка 30-40 тысяч за эконом-класс и порядка 150 тысяч на человека за бизнес-класс. Дорого это или дешево, решать вам, но могу лишь сказать одно, что полученные эмоции и впечатления стоят намного дороже потраченных денег. Лично я для себя решил, что я точно буду дальше исследовать наш Дальний Восток и другие не менее интересные регионы нашей России, чего и вам желаю. И чтобы не пропустить мои следующие путешествия, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, если моя работа вам понравилась, и напишите в своих комментариях, какую локацию вы хотите, чтобы я открыл специально для вас. Я прощаюсь с вами, до новых встреч, и, как говорят на Итурупе, пока!